Друзья, решила заснять для вас небольшие такие фрагменты из моей жизни. 10 августа, думаю, будет интересно вам посмотреть для тех, кто живет вдали от столицы нашей родины Москвы. Будет интересно увидеть, может, что-то увидите новое для себя. Так что приглашаю со мной посмотреть на Москву, на те места, где я была. Видео будут с продолжением, не стану длинное видео делать, так что смотрите. Показываю вам Москву, площадь трех вокзалов. Казанский вокзал, 100 раз уже показывала. Гостиница «Ленинградская». Ленинградский вокзал. Ярославский. Здесь, конечно, людей полно. Так, я в метро, вот сюда мне. Сейчас покажу еще. Красота. Казанский вокзал красивый. В залах людей, конечно, полно. Ленинградский вокзал. Так, все, я по своим делам. Бабулечка играет. Надо денежку положить. Не бросит, а играет. Надо расширить ее пошире. А мне все равно. Ну как, будет видно, что... Спасибо, мой хороший, ты всем больше не нужна. Хорошо зарабатывай. Пел соловей, спать не давал он тёщу мою. И я пойду в лес, убью соловья. Спи спокойно, тёщу моя. Молодец вы. Иду к станции метро. Бабулька с Хабаровска сказала. Живет в хостеле. Выходит это. Поиграть. Денежки зарабатывает. Ну, смотрю, по 50 рублей дает при мне. Раза 3, наверное, дали. Я стояла минуты, наверное, 4. Хорошо, молодец, бабулька. Вот, прикладываем. И идем. Людей, конечно, много. Так, мне на кольцевую.
буду сюда. Иду вот сюда буду. Опа. Еду, еду. Вот сколько людей. Ой, сколько людей. Остановку. Уже проспект Мира, вот налево ботанический сад, аптекарский огород, не скорая помощь, а Склифосовского, направо Олимпийский, на реконструкции сейчас, не налево, на эскалаторе наверх. По делам мне на проспекте Мира надо. Покажу вам кое-что, если что-то будет интересное. Вот такая красота. Вот антисептик для рук. Сейчас посмотрим. Побрызгаю себе. Полиция. Антисептик для рук. Дезинфектор. Вот подставляешь, и он брызгает. Так, вторую руку. Мокренькая. Мне можно здесь перейти. Дом быта, моды, Зайцев. Дом моды, Зайцев. Давайте. Ой. Покажу вам проспект Мира. Какая красота. Потаповский переулок направо, Астраханский налево. Мне вот где М написано, буковка туда, на ту сторону перейти. Пойду сейчас по подземному. Вот такие вот тапочки. Кроссовочки хорошие. Я такие наподобие себе купила. 690 рублей всего лишь. Такие здесь сорочки, цены, костюм, шорты, недорого, Иваново, шапочки, шапочки, ой, такой гобелен, ой, тепло будет, наверное. Духи, духи, духи.
Егорочка, какой котик хороший. Детки. Сиреньки хотел. Товар возврату не подлежит.